Какие поправки планируют внести в Конституцию и как это скажется на жизни людей, об этом химчанам рассказали в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Прошел мастер-класс на тему «Законы Российской Федерации, которые помогают жить». На встрече с жителями города ликбез по конституционному праву провел юрист Антон Шабанов. Специалист рассказал, что в новом главном законе страны планируют закрепить запрет занимать должность президента более 2 сроков, а также иметь чиновником иностранное гражданство или вид на жительство. Будут внесены гарантии минимального размера оплаты труда и регулярной индексации пенсий. Но вступят поправки только после всенародного голосования за внесение изменений в Конституцию. Есть некоторые моменты, по которым правительство не всегда, особенно последние годы, справляются. Про заморозку накопительной части пенсии, я думаю, все слышали. Да? Вот предполагается, чтобы этого было попросту нельзя сделать, просто нельзя не проиндексировать пенсию, да, соответственно, это предполагается внести в Конституцию. Соответственно, если правительство вдруг не имеет возможности, да, теперь, ну, после принятия изменений, индексировать пенсию, то оно, значит, должно будет найти эти возможности. Многие химчане очень полюбили проект и с удовольствием посещают мастер-классы. Зинаида Плекина на встречи по интересам ходит без малого год. За это время она набралась компьютерной грамотности, освоила технику рисования в различных жанрах изобразительного искусства и научилась мастерить предметы интерьера на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Но главное, говорит пенсионерка, это общение. Я работала в Москве, сейчас со многими в Химках познакомилась и вообще с Химками познакомилась, со своим городом, в котором я живу уже 25 лет, даже и не знала некоторых улиц и закоулков. Вот, в общем-то, интересно отметить, что в Химках у нас много изменений, да? Много интересных людей. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и активно поддерживается администрацией города. О ближайших мастер-классах можно узнать из бесплатной газеты «Химкинские новости» в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.